за сутки 19-го среднесуточная температура наружного воздуха составила плюс 8,7 градуса. За 20-е число среднесуточная температура составила плюс 8,6 градуса. В случае, если среднесуточная температура за сегодняшние сутки составит выше плюс 8 градусов, отопительный сезон в субботу, то есть 22 числа, будет заканчиваться. Значит, те потребители, это лечебные учреждения, детские, дошкольные учреждения, школы, при случае необходимости получения тепла должны предоставить предприятию «Криворожтеплосеть» заявки. Для этих организаций отопительный сезон будет продлен. У предприятия «Криворожтеплосеть» единственное пожелание нашим криворожанам, чтобы мы качественно подготовились к следующему отопительному сезону и смогли его, будем говорить, достойно провести, обеспечить комфорт в квартире, необходимо проплачивать за тепловую энергию. Платить текущий платеж, платить и гасить долги, которые накопились в прошлом отопительном сезоне, и те долги, которые были ранее.